обсудили насущные вопросы и изменения в Магнитогорске за минувший год. Глава города Сергей Берников по традиции встретился с работниками муниципальных предприятий. Подробности у Дины Наумовой. В Малом зале городской администрации состоялась встреча главы Магнитогорска с работниками ООО «Лифт», Управления капитального строительства, Магнитогорск Инвестстроя, КПРУ, предприятий «Магнитогорские газовые сети» и «Горэлектросеть». На повестке дня положительные изменения в городе металлургов, которые не могут не радовать. Городоначальник сделал акцент на улучшении в последнее время экологической обстановки в Магнитогорске. Об этом свидетельствуют и разного рода показатели, отмечают это и гости города. Неизменно все выделяют, что наш город чистый, аккуратный, что он действительно красив, много мест, где можно проводить время прекрасно, то есть в нем прекрасно жить. Улучшению экологической обстановки в Магнитогорске, несомненно, поспособствует и рекультивация городской свалки, отметил Сергей Берников. Кстати, на днях он лично проинспектировал ход работ на полигоне. Это будет зеленый холм, вот и, собственно, все, что от свалки останется. Выбросы ни в воздух, ни в воду, ни в почву абсолютно не будут производиться. Ремонт и строительство дорог, благоустройство парков и скверов, озеленение города, культурная жизнь Магнитогорска, обилие качественно благоустроенных мест отдыха, строительство детских садов и школ, вопросы развития медицины и работы общественного транспорта. Это лишь узкий список тем, которые были затронуты на встрече с работниками муниципальных предприятий. Дорогами продолжают заниматься. Кстати говоря, и в поселках, и в городе, вы видите, мы их обновляем, и они у нас на сегодня, еще раз повторюсь, лучшие практически в России. Еще одно направление – наш с вами транспорт. Мы с вами в Магнитогорске, в отличие от многих городов, развиваем исключительно вот экологический вид транспорта – трамвай. Сегодня мы с вами в городе имеем один из самых лучших современных трамваев. У нас практически уже все вагоны, все новые. Вывод встречи – жители в силах сделать Магнитогорск еще краше, а главное – беречь то, что создается для их же блага. Мы очень динамичны в своем развитии. Мы намного успешнее и лучше решаем все эти проблемы, чем другие регионы и города. Поэтому наш город сегодня выгодно выделяется среди всех регионов и городов по темпам развития. Дина Наумова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.